Итак, всем привет, дорогие друзья. Ну чё, продолжаем сталкач у нас. Вот. Сейчас, короче, отправляемся на болото. Так, давай на болото. 6000 заплатим. Сразу там поговорим по поводу квеста. Основного сюжетного. Вот. Там надо с одним мужиком перетереть. Надеюсь, ты мне прямо там, сразу где надо, заспавнишь. Вот так вот. Так. Дай-ка мне ПДА мой, чтобы сориентироваться, где я нахожусь. Ну, конечно, блядь, ты ж меня заспавнишь в другом конце, блин. Давай я скажу, тайничок заберу пока по дороге. И давай сразу я сходу сделаю звук потише. Вот так вот. Братва? Это же братва, блядь. Вы кто нахуй? Это сталкера, блин. Братва бы уже сагрилась. Блядь, братан, а чуть не шмальнул по тебе. Серьезно. Ствол-то убери. Да убираю, убираю, блин. Блядь, у тебя там что, кресочка, что ли? Здорово, тебе чего? Да. Хороший ствол. Мощный, я бы сказал бы. Так, давай. Где там тайничок? Вот там он. Заберу тайничок. Аномалия, мертвая зона. Я не знаю, но мне кажется, что в этой игре детекторы они не работают, они поломаны вообще полностью. Так. Ты мне, пожалуйста, возьми, пожалуйста, детектор. Я просто быстрым взглядом окину все это. Мне не кажется, что я тут найду сейчас артефакт, потому что в этом плане эта модификация, она поломана. Ну да, ну так оно и есть. Ну все, я просто проверю так, быленько вообще так. Так. Здесь же никаких военных там или бандитов не сидит. Механизаторский двор. Так, тайничок у нас где-то вот здесь вот вдоль стены получается, да? А где? Где-то, где я его пробежал, да? Чуть сзади. Ну, мне кажется, он в здании, скорее всего. Нет, вот. Что-то нашел. Патроны. Подожди. 7.62-51. Вот, кстати, я вот хочу перейти вот на этот калибр. Мох. Это артефакт, граната ВОГ-25. Ты ж меня облучать не будешь? Он меня не облучает. Все, тайничок я забрал. Вот хочу, короче, на этот, на 7.62-51 перейти калибр. Типа, по идее, он должен ебать и ебать так конкретно. Давай, сориентируюсь немного по карте, правильно ли я иду. Ну, по идее, правильно. Сейчас вот тупо прямо вот туда вот чесать. И мы придем куда надо. Лодька? Кто там, блядь, ходил? Ну-ка, давай-ка спросим. Чё-то она здесь без разрешения ходит. Вот и все. Ой, в аномалию немного влетел. Еще минус одна. Давай я с них посрезаю сейчас, пока есть такая возможность.
Я надеюсь, там от них не бандюки отстреливаются, то придется еще и бандюков отстрелить. Давай подойдем, поинтересуемся. Нет, вообще, слышь, это ученые. Где она там бегает? Да она уже далеко убежала. Не, слышь, смотри, он ее застрелил. Ни хрена себе он метки. Давай, срежу это все дело. Похавать надо. Вот так вот. Едим. И идем дальше. Слушай, братан, а тебе ж научные образцы не нужны? Он, собственно говоря, их добывает. Что у нас тут? Создание медикаментов. Ну, кстати, это можно медику будет сдать. Набор это для создания медикаментов. Я, кстати, не знаю, в курсе ли вы такой бородатой шутки. Возможно, шутка за 300. Но я все-таки расскажу. Типа... Что будет, если... Что будет, если, короче, мент, сотрудник милиции и доктор женится? Кто у них появится? Ну, ребенок какой. Правильный ответ – медикамент. Вот, бородатая шутка вам. Так, и кто-то здесь топает. Кабанесса! Минус кабанесса. Больше кабанесс нету. Эй, ученые, тут еще научных образцов добыл. Давай, все это срежу. Здесь по килограммам мы проходим. Вроде какого-то значка перевеса. Нет, появился, есть значок перевеса. Ну, на базе чистого неба мы все это издадим. Тут та локация, она чем хороша, что много всяких тварей, типа плотей, кабанов обитает. Можно вот так вот их настреливать. И, в принципе, это хорошие деньги. С них там копыта, там шкуры всякие. Давай, сейф. Ну, кстати, вот почти дошли до базы чистого неба. Эй-эй-эй-эй. Большой там перевес? Не, небольшой, даже до лимита не доходит. Поврежденные пластины, кстати. Я даже не знаю, имеет ли мне смысл их таскать. Давай зайдем к ним на базу, чисто небовцам. Поговорим насчет квеста. Все, давай, отдышался, побежал. Отдышался, побежал. У тебя ж ничего нету. У меня ничего нету. Фух! Давай, давай. Пошел, пошел. Сразу палю там эти части мутантов. Здорово, мужик. Привет, сталкер. Привет, привет. Так. Давай в меню. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот это вот все сдам. Ну, 2500 нарыл на дебл.
Кстати, у вас тут доктор есть? Подожди, что можешь сказать о холоде? А что ты скажешь? Ребята считают его взгляды относительно группировки правильными. И чем же он завоевал такую любовь? Понимаешь, Лебедева, хоть я и не знал, хоть я и не достал, но люди его стали недолюбливать. Он не поинтересовался мнением членов группировки, когда набрал их с собой в тот самый последний поход. Тот наемник, безусловно, помог нам, но не стоила овчинка выделки. Те, кто остались на базе, не смогли ничего поделать с вернувшимся после подкреплениями ленинградовского отребья. Смысл захвата болот свелся к нулю. Жертвы тоже, получается, были напрасными как по пути к ЧАЭС, так и здесь. Мне кажется, начинает становиться понятным негодование ребят насчет бывшего лидера. А ты, Дашка, послушай. Когда-то, кто осталось от отряда Лебедева, вернулись. Нам пришлось вести затяжную борьбу и опять возвращать контроль над стратегическими точками. Сами мы в жизни не управились бы, а холод через знакомых нейтралов вышел на ребят со свалки и кордона. Вот и помогли нам как одиночки, так и харизма нового лидера. К тому же он дал слово не уходить отсюда перед всеми, без исключения бойцами. Любая помощь, но не жизнь наших ребят. Знаешь, кем бы не был этот Лебедев, да только вы уже перестали быть той группировкой, которая были изначально. Но это твое мнение, не лишено конечного, конечно, смысла. Никаких глобальных целей у нас сейчас не имеется. Кроме разве что... А, ладно. Пора завязывать с баснями и что-то покупать уже. Хорошо. Ну, поболтали просто с ним. И от наших общих знакомых прибыл для решения проблем насущных. Что надо сделать? Все, внимание. Нам со спорой нужна помощь. Наши припасы на исходе. А поставки по-прежнему задерживаются. Я уже молчу о попытках найти хотя бы заменителей среди здешних топий. Как думаешь, выручишь нас, а? Ну, давай. Сигареты Lucky Strike, то, что нам нужно. 14 штук Lucky Strike вам найти, да? Нифига себе. У меня сколько есть? Одна пачка. Блин, 14 штук Lucky Strike? Серьезно, блин, вам переть тут 14 штук? Я, конечно, понимаю, что это может сейчас обьюсь. Я у тебя куплю этих Lucky Strike. Ты ж не возражаешь? Вот так. А чем вас не устраивают? Вот DC-шки. Ну давай, ладно, ну чё, по квесту. Я, конечно, понимаю, что он, типа, возможно, мне сейчас продал за какой-то конский ценник его. Да-да. Работа. Барвинок. А еще? Ломать мясо, артефакт, что-нибудь еще? Вот, набор для создания медикаментов. Я выполнил задание. Все, 15 косарей на базу. 15 косариков. Так, ну по медицине мне хватает. Если что, вы знаете, где меня. Да. Знаю. Давай посмотрю, где там тот холод. Или кто там с тем, живая легенда. Так, надо на барьер. Припасы для чистого неба. Серьезно, это типа считается как основной сюжетный квест. И тащи мне, пожалуйста, блядь, 14 пачек Lucky Strike, блин. Блин. Лучше бы я сюда и не пёр. Чё у тебя интересного есть? Ничего прям сверх такого нету, да? Вот дроби у тебя возьму. Дробь дешевая, дробь хорошая. Блин, может какой реально... Вот этот дробовик взять. Типа большой боезапас. Хотя мне муха моя устраивает вполне себе. Так, патронов моих хватает мне. Да вот эти отдам тебе. А что, у нас выброс, что ли? Да, слушайте, ребят, у нас выброс, походу. Ну чё?
ждем пока здесь. Прячемся от выброса. Да-да-да, я вот здесь подожду лучше. Вот в этом здании. Слушай, а ты есть у нас персонаж? Холод, да. Мне тут документы какие-то старые попались, интересно. Вот, гляди. Может содержаться крайне ценная информация для чистого неба. К сожалению, дела сейчас идут неважно. Хе. А про какие он документы? Про вот эти вот стрелковые военные документы. По-видимому, сфальсифицированы. Слушай, давай эти документы я тебе сбаглю. Конечно, много мне не заплатят. Армейская аптечка, остальные пластины дал. Так, ну и торганусь я с ним не могу. Но зато я... Нет, от перевеса я не избавился. У меня сейчас, короче, стальные пластины дают перевес и вот это вот. Ладно, короче, народ. Вернемся после выброса. Так, ну что, выброс закончился, продолжаем. Что у нас там дальше? Пачки сигареты будем надыбать. Да? Что, по дороге можно забрать на карнизе купола. Короче, можно забрать тайничок. Погнали, что? Заберем тайничок. Сходим. Сдадим квестик. Перевес. Давай от перевеса избавимся еще, а? Тоже продадим его. Там всякие эти пластины, которые мы не будем использовать. Я тебя слушаю. Да, да. Слушай внимательно. А, так. Хлебушек. Давай хлебушком закусим. Слушай, пластины заберешь? Вот только вот эту заберешь, да? Другую не хочешь. Ладно, давай. Я твоему коллеге там ремонтнику отдам. Борода, по-моему, его зовут. Если он сейчас тут. Не, слушай, какой-то другой нефтехник сейчас сидит. Новиков. Слушай, там Новиков, по-моему, был такой, с этой, с бородой такой. А борода это я спутал, это, короче, в этом, в Зое Припяти на этом, на Янове, по-моему, нет, не на Янове, как на этой, на барже, короче, сидел торговец, борода, да. Короче, Новиков немного преобразился. Так, чтобы чинить оружие, я бы тебе купил бы вот это вот. Вот это вот купил бы. Ну, 2300 заплатил, нормасик. Ну, надеюсь, не будет. Надеюсь, пушки перестанут ломаться. Давай, погнали. Слушай, опять это дурацкое освещение. Слушай, я хочу поспать. У вас тут есть где поспать? Место для сна. Ну, просто реально это освещение вот это вот оно напрягает немного. Так, где у вас здесь можно кости кинуть? А ты кто такой? Это просто Валера Шатун. Давай спать. Давай вот так вот. До 5 утра, короче, спим. И с 5 утра двигаем отсюда. Так. На улице рассвет уже. Надо покушать, надо попить. Давай покушай, давай попей. Все, он покушал, он попил. Он довольный. Можно двигать. Не освещение нормальное. Темновато еще, но я думаю, скоро у нас рассвет будет и... Красиво, да? Это лучше, чем это пересвеченное... То, что бывает тут. Так.
Так, а тайничок у нас там, по-моему, на этой, на церкви старой. То есть там надо поосторожнее быть. Там могут обитать кровососы. Или бандиты. Либо кровосос может сбегать где-то рядом, там на кладбище, которое неподалеку от этой церкви, и бандиты еще будут внутри. Так что ничего там... О! Сигаретки, металлолом. Оставь себе свой металлолом. Я просто возьму, чтобы тайник исчез. И выброшу нахрен этот металлолом. Где он тут? Па-па-па-па-пам. Ты же что это? Мох. Это артефакт. Металлолом выкидываю. Металлолом мне нахрен, даром не сдался. Все, короче, двигаемся к Сидоровичу туда. Сдаем ему квест и смотрим, что дальше. Так, осторожно. Аномалии. Не угодить бы в них. Че, мужики? Сишек не хватает у вас. Мальборо курите, да? Так, ну этого уже обобрали, бедолагу. А вот этих... Не всех тут уже посрезали. Ладно. Думал, на халяву сейчас лут возьму. Так, церковь, по-моему, она же там находится, да? Не, что-то я вообще отклонился. Вот она. Давай, сейф. Кажется, плюс-минус знаю, где этот тайник находится. Так, оленигата уже здесь сейчас больше тут нету, да? Ты кто? Дядя? Ты сталкер? Ну ладно. Раз уж ты сталкер говоришь. Неразговорчивый, правда. Давай полезем, короче, наверх этой церкви, и там, мне кажется, тайник этот будет. На карнизе купола. Вот, наверное, и он лежит. Нет, это не он. Там монетки просто лежат. Угу. На карнизе купола. Ну вот, купол. У тебя тут ничего нету, да, братан? Давай фонарик включу тут. Давай осторожненько, чтобы не свалить-то тут на низ. Я даже сохранюсь. На карнизе купола, говоришь, да? Да хоть направление, в какой части? Вот в этой части, да? То есть где-то вот там вот. Ну, скорее всего, это с внешней стороны. Так что сейчас обойдем. По карнизику купола. Так. Как бы тут обойти так? Не свалиться сейчас с этой крыши. Давай, аккуратненько. Давай, сейф. Давай, запрыгни. Не съезжай, пожалуйста. Так, уже там пальба идет. А вот. Бандюки. Ты кто, блядь? Бадюкан.
Лови. Далеко закинул. Так, ну репа улучшилась. Чтоб где-нибудь еще... Блин. Нормальные тайники бы падали. Давай нахрен тут гранату отсюда. Ну это вот, братки. Тут шли. Давай нахрен отсюда сползу. Нам сейчас все кости тут не переломать. Давай вот на карнизик. С карнизика на низик. Вот так вот. Аккуратненько. Они братка моего убили. Чисто небовца. Ну. Что могу сказать? Земля тебе бетоном. Давай посмотрю, чего этого же мха было. У него Ксюха была. Ах, голову тушканов. Денежку давай сюда все. На базу. Что у тебя было? Может, у тебя дробь была хотя бы нормальная? Давай дробовик с тебя возьму. Вот это возьму. Так. Вот это я нахрен выброшу. А, так, а дробовик уже, походу, разряжен. Ну, дробовик в хорошем состоянии. Его можно, в принципе, на продажу оставить. Где-то тут твой братан, короче, еще валялся. Вот он. Ой, я подобрал с него двухстволку. Давай, короче, забери ее обратно. Так, ну что, бандитов отбили. С потерями, правда, в виде. Потери чисто небовца. Ну да ладно. Давай фонарик тоже выключу, поэкономим батарейку. У нас тут, в принципе, пока нормальная видимость. Так, я ж правильно иду, да? Я иду абсолютно правильно. Давай, на кордоны сейчас метнемся. Где-то здесь проход должен быть. Ну, вот здесь вот. Все, погнали. Так, он пить хочет. Давай попьем. Давай, сейф. Так, ну военных вроде как я там на кордоне перестрелял. Потому что пулеметных залпов не ожидается в нашу сторону. Потому что они заспавнились. Так, и давай музыку потише опять же сделаю. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Тихо, мистер Аномалия. Ну, давай я спрячу свою пушку. Это показал, что мутант тут. Погодка пасмурная сегодня. Дождливые. И он проголодался у нас. А есть что похавать? Ну давай бобы съешь там, или что это там было. Это что-то консервированное. Ну привет.
Я, может, сейчас закончу эту скоро серию и тоже, блин, пойду покушаю. Что-то проголодался уже. Уже какую серию подряд записываю сегодня. Так, я выполнил задание. Сон против мости. О, вернулся. Ну что, притащил их на шивки? Вижу, что притащил. Молодец, держи награду. Давай. Так. Да не знаю, ствол какой-нибудь интересно смотрю у тебя. Ну, тебя вижу такое все в себе. Что это за броник у тебя такой? Легкий штурмовой костюм. Грузоподъем на 165 килограмм. Нихера себе, слушай, братан, я хочу. Забирай нафиг вот этот костюм у меня. 65 килограмм грузоподъемности. Это что за он? Комбинезон барахольщика. Ага. Подожди, 79. 89 килограмм. Ну слушай, ну я в плюсе все равно. Но мне приходится распрощаться с охотничьим рюкзаком. Так, что интересует? На, забирай вот это все. У тебя нету никаких этих сеток дополнительных для переносимого веса. У него есть. Давай вот так, давай вот так. Давай забери этот артефакт помойный. Вот эти головы тушканов, вот это вот забирай. А еще мне нужны у тебя сигареты Lucky Strike. Давай вот все прям у тебя возьму. Вот это я тебе продам. Че, подожди, квест выполнился, что ли? Так, вот это я надену. 92 кг могу таскать. Нихера себе. Так, давай ПДА гляну. Че, серьезно? Ты же там вроде 14 или сколько ты просил? А, ну, наверное, то, что они там многоразовые использовали, то есть три раза использования. Он типа суммировал и получилось, что вот, вот так вот. Так, что интересует? Да смотрю, может, у тебя там еще какая сетка есть, подожди. А у тебя нету лучше детектора аномалий? Детектора, ну, вы поняли, детекторов этих вот. Так, да ладно, подожди, мне у тебя похавать надо взять что-нибудь. Вот так вот, да? У меня там, в принципе, есть еще бобы. Тушеная фасоль есть. Чуть старого мяса у тебя возьму. Ну и все получается, да? Слишком много сиг мне тоже не надо. Я вот так вот сделаю. Ну и все получается, да? Так, подожди, слушай, я тебе гранатометные эти заряды еще отдам. А шлемов получше у тебя нету, да? Пси-защита режется. М50. Не, ну мне пока самый пиздатый шлем, наверное, да? Ну да. Самое-самое-самое оно. Ладно, народ, короче, на этом, наверное, завершим серию. Сейчас сохранюсь тут. Вот, на троечку сохранюсь. Вот. Продолжим уже следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел. Ребят, лайки, подписка. Все, увидимся.